Всем привет, мои дорогие! С вами Клоуна Ваня, проект Фаберлик Онлайн. И в этом видео мы с вами поговорим об очередных моих заказах. Их довольно-таки очень много, поэтому начнем. Я не знаю, весь ли чек в этом заказе. Вот, но раз вы просите показать, то, конечно, вот оно, пожалуйста. Вот такой вот большой чек. Да, вот такая красота. Ага, значит, получается на 27 тысяч рублей, по-моему, до 347 баллов. Угу. Вот такой вот чек, 347 баллов. Итак, конечно же, парфюмерная вода Дезирабль, куплю это все на подарки. Люблю брать по акции, почему? Потому что, ну зачем, во-первых, переплачивать, во-вторых, я частенько вот так вот что-то дарю, и я не могу подарить просто деньги, это как-то пустовато, да, все равно. А вот когда ты даришь что-то плюс деньги, да, в красивой коробочке, это уже приятнее. Поэтому я знаю, у кого какой вкус, и поэтому вот такую вот Ренату заказала. Это у меня идет что-то типа в запасники, но оно может лежать месяц, может лежать полгода, а может и продастся. Вот как-то вот всяко разно бывает. Значит, 30-48, 30 миллилитров. Парфюмерная вода Рената мне очень-очень нравится. Да, тут вы увидите ее описание, аккорды, вот это все, звучание. Я могу сказать только на свой вкус. Она мне не особо хорошо нравится, прям не особо клево подходит, а в том моменте, что она слишком сильно для взрослых женщин. Она идет тяжеловато, вот на мой взгляд, она тяжеловато идет. Вот как вам эта вода? Описание, в принципе, оно полностью совпадает с этой водицей. Дальше, что у меня в новинках? Ну, тут будут новинки, не новинки, как видите, тут очень много чего. Так, Ливер Суппорт. Если он мне еще раз попадется, то я о нем уже не буду рассказывать. Ливер Суппорт – это поддержка печени с артикулом 156-86. Мой врач говорит, что если у человека есть любые аутоиммунные заболевания, да, там, не знаю, сахарный диабет, псориаз, аутоиммунки бывают разные, то все равно вначале нужно восстановить кишечник, это Good Flora, и печень, это Liver Support. То есть в самом начале мы восстанавливаем вот это все целый месяц, потом мы добавляем антипаразит, а потом мы уже начинаем пить мультивитамины, например, чтобы они усвоились, чтобы их съели не грибки, то есть патогенная микрофлора, да, это грибки, плесень, микроорганизмы и гельминты, да, чтобы вот не патогенка ела мультивитамины и росла с удовольствием, чтобы вам было хуже, а именно, чтобы организм ваш питался, да, то есть сначала восстанавливаем, потом лишнее все уничтожаем, и потом уже переходим на мультивитамины. Далее, Cardio Support. Это кардиоподдержка, очень мне нравится, поддержка сердца, 156-84, особенно в жару, когда сердце колотилось, я могла выпить аж 4 штуки сразу, и вы знаете, отлегала на ура, я бегала и прыгала, мне все говорили: Ань, ты что, вообще у тебя все в порядке? Я говорю, да все у меня в порядке, то есть у меня все проходило идеально. Так, очень, повторюсь, очень-очень-очень-очень-очень понравились мне вот эти вот штучки. Во-первых, они классно разглаживают белье, белье менее мятое, футболки менее мятые, то есть это прям супер. Во-вторых, просто кладете в барабан. В-третьих, это технология умной стирки, которая дает приятный аромат тканей до 12 недель, то есть это парфюм для стирки в гранулах, три вкуса. Также он дает длительную свежесть одежды, которая активируется в движении, наверное, какие-то микрокапсулы, гранулы, еще что-то. Действительно, так и есть. И ткань без статического электричества и затхлости. Для меня это очень важно, особенно когда я сыпаю в кроссовки, кроссовки долго сохнут и так далее. Вот это вот вообще прям супер. Идеально для постельного белья и спортивной одежды. В общем, смотрите, у Ягодного артикул 308-47. У такого, знаете, вот это аромат, это не просто цветочная гармония, это свежесть, это просто вот незабываемый аромат лично для меня. Артикул 308-46, наверное, один из самых любимых, который, наверное, вы у меня очень много раз еще увидите. Вот этот третий по любимости, но тоже очень вкусный, если так можно выразиться. Артикул 308-45, они действительно классные. На балконе благоухает. Они действительно прям вот, ну, невероятно приятные, да. И вот это солнечное очарование, оно дает такую легкую, невесомую свежесть. Те, конечно, посильнее в своих свойствах. Дальше, конечно же, я заказала кучу антипаразита. Это на экстракте черного ореха, 157-63 артикул. Очень важно его принимать. Дальше мне врач прописала, это новый для меня БАД, я еще его не буду пить, это мне. Это БАД, который называется контроль сахара. Значит, поддержка эндокринной системы и контроль сахара после того, как я выздоровею. У меня такое ощущение, что я подцепила второй раз COVID, потому что у меня вообще нос 7 дней ничего не чувствовал, и сейчас чувствует очень плохо.
Вот. И, конечно, мне мой врач сказала, не перегружай пока себя, пей иммуномодулятор, иммуностимулятор, D3, омега-3, пихтовит усиленно пей, да, пихтовит вообще можно по 20 капель 3 раза в день пить, то есть можно, все на свете можно, вот, но все можно было только то, что направлено именно на иммунную систему, на выздоровление и так далее. Вот, и вот этот контроль сахара я начну пить после того, как уже выздоровею, то есть она мне скажет, когда пить. Так, гастрокомфорт, артикул 156-87, тоже тут описание увидите, шикарные БАДы просто. Так, далее, Доброген Актив, верьте, не верьте, это вот Доброген точно весь не мне. Почему я это говорю? Потому что у меня это заказала очень хорошая женщина, она нам иногда на дни рождения печет. Это восстановление, получается, вообще хрящевой ткани, костной ткани, это гидролизат коллагена говяжьего, это инулин, это глюкозамин, в общем, все, что нужно. Артикул 157-29, я его хочу еще пропить сама, но пока буду выздоравливать и восстанавливать свои гормоны. Вот, не знаю, говорила ли я вам в предыдущем или нет, но у меня ужасные анализы по ТТГ и так далее. У меня, как она мне сказала, что у меня чуть ли не сахарный диабет второго типа, и я его добьюсь, если вот не начну все это пить, потому что очень много переездов, съемок и так далее. Но я чувствую себя очень хорошо, но раз врач говорит, что плохие анализы, значит, их нужно отрегулировать, иначе, правда, оно придет. У меня сбой щитовидки, в общем, получается. 157-29 артикул, вот три штучки у меня заказали. Дальше. Омега-3 форте обязательно. Ну, тут ее будет куча мала, потому что всю омегу мы выпили. 157-79. Почему именно 3? Потому что омега-6 и 9 поддерживают воспалительные процессы в кишечнике, если они имеются. А омега-3 точно не поддерживает, она только укрепляет, она повышает иммунитет, молодость дает и все такое прочее. Раньше я этого, конечно, не знала, тоже пила 3-6-9, но, в принципе, все было здорово. Итак, заказала я как вип-новинку в Киров еще тогда, да, то есть я снимала в Таджикистане вип-новинки и тут же ошиблась, заказала сначала их в Киров. И поняла, что что-то у меня не идет, что-то у меня не то, что-то как-то не так. Потом до меня дошло, думаю, нет, я отменять заказ не буду, я его оплачу, я его заберу. Вот, потому что ничего там такого сверхъестественного лишнего не было. И этот карандаш я уже попробовала. И могу вам сказать, что этот карандаш уход для кутикулы, он просто обалденный. Да, тут активные ингредиенты идут такие, как миндальное масло, такие, как масло авокадо, касторовое, эфирное масло, лимона и витамин Е. Есть три сменных головки и вот, пожалуйста, такой вот классный карандаш, который действительно очень хорошо ухаживает за кутикулой. Просто великолепно ухаживает, питает, и я прям в восторге. Очень мне нравится. Хоть, слушайте, вот прям красное, да? А на самом деле нету красного. Нету. У меня ни у одного ногтя нету красного. Не знаю, почему так интересно. Ну, в общем, ладно. Просто пояснение было такое, да, за кадром. Дальше. Ручка Faberlic по VIP-новинкам. Очень мне нравится эту ручку ощущать. Она тут то ли прорезиненная, то ли нет. Тут вот такая вот тут очень приятная пластмасса. Я прям кайфую от нее, конечно. Вот она так вот открывается, закрывается. Тут есть наконечник. Пока вы его не сорвете, ручка писать не начнет. Таким вот образом. Такая вот вообще красоточка. Да, то есть вот видите, и тут можно открыть тоже сверху, вот такая красота, очень мне очень нравится. Так, вот и та самая Good Flora, про которую я говорила, артикул 156-85, поддержка микрофлоры кишечника, та еще красотка, для здоровья очень важно. Конечно же, Blond Icon у меня начал заканчиваться, я его заказала немножечко, это интенсивная маска для нейтрализации желтизны осветленных волос, артикул 27-12, очень часто о ней говорю, поэтому говорить не буду в этот раз, да, я заказала много, она была то ли со скидкой, то ли как, не помню уже, не могу сказать. Тоже все 27-12, как вы видите, кучка мала. Объемы у меня не маленькие. Еще, по-моему, двое у меня ее заказали, но они уже придут, сами будут выбирать. Я иногда говорю для себя, девчонки потом приходят и говорят, а что там ролики сказала для себя? Это для меня. Я такая, ой, прости, забыла. Они себе записывают, я просто себе не записываю. Значит, сыворотка восстанавливающая, 27-13 артикул. Очень нравится, как она восстанавливает волосы, не утяжеляет их и действительно достойно ухаживает. Волосы действительно блестят. Очень сыворотка удобная, клевая, классная. У меня как раз недавно она только-только закончилась, и в запаснике осталась одна штучка. Вот, поэтому хорошо, что я ее тыкнула. Я иногда тыкну и думаю, блин, лишнее было. А иногда вот в попад тыкаю. Бывает, да, такое? У вас бывает такое? Вот расскажите мне, когда вы
видите распродажу, и даже если у вас это есть, вы можете тыкнуть. Вот я такая, я могу тыкнуть. Дальше заказала один шампунь глубокое очищение увлажнения. Это для дочки, 1273 артикул. Вот как раз из разряда зря, потому что я приехала домой, посмотрела, у нее еще два стоит, и это третий. В общем, кто там сплетни про меня распускает, что я захламилась, все, вы правы. Это такая шутка была для моих любимых хейтеров. Так, это значит у нас Либероверм. Или антипаразит, как он называется на сайте. На упаковке написано Либероверм, на сайте антипаразит. Значит, артикул 156.97. Это для вывода как раз всего, что нам не нужно в этой жизни. Пропила целый месяц в дороге. Мы, значит, ездили сначала в Казахстан 2 недели, ну, 13 дней. Таджикистан столько же, потом Калининград. Все вы знаете, что мы выиграли путевку по акции «Твой бонус». Поэтому всегда активируйте свои карточки «Твой бонус». Даже если у вас их всего 2 штучки, активируйте. Активируйте, даже не думайте пропускать эту акцию. И вот что-то вот мы решили, что раз мы будем очень много есть из чужой посуды, будем спать в различных разных отелях и так далее, мы сразу это дело начнем пить. И я вам могу сказать, что анализы по антипаразиту у меня просто наишикарнейшие. Я очень-очень довольна. Далее, вот эти вот новинки мне тоже пришли, но у меня Катюшка их уже, можно сказать, забрала. Ей понравились все ароматы, даже мужской вот этот зеленый, я его считаю унисекс, кроме вот этого. Да, ну этот муж, говорит, израсходует, говорит, почему бы нет, все, говорит, легко и просто. Вот, значит, вот этот мужской 3174, они шикарные. Я их испытала, дезодоранты, в Таджикистане на минуточку при жаре 42 градуса. 42 градуса. Это, как у меня бабушка любит говорить, царство небесное, не в тапки какать. Это 42 градуса, это жара, это реальный Ташкент. Кстати, в Ташкенте мы тоже побывали, но с пересадочкой. И я вам могу сказать, что просто шикарно, просто великолепно, просто круто, просто здорово они справились. Я их наносила везде в Таджикистане, даже на заднюю поверхность шеи, когда у меня очень сильно текло, и одежда была просто из-за этого некрасивая, да, от пота, я их просто везде мазала. И буквально за 2 недели я измазала вот такой вот целый здоровенный стик, именно фиолетовый, больше всех мне понравился фиолетовый аромат, какие-то фиалки, очень приятные, такой тяжеленький, но очень вкусный для меня аромат, 37-16, в общем, хвалю, и вообще в компании Faberlic, по-моему, 1 или 2 дезодоранта, которые со мной не справились, и то те, которые 24 часа действуют, и там не написано было, что они антиперспиранты, а вот эти все, они прям шикарны. Шикарны в своем исполнении. Этот очень нежный, тоже хорошенький такой аромат. 37-12, какой-то вот такой свежий, цветочный. А этот такой вот унисекс, зеленый чай. Пусть написано, что он мужской, но ничего, он и не мужской, он унисекс. Артикул 37-13. Тут еще что-то вот открывается. Я, кстати, не видела этого, но должно открываться, я так понимаю. Так. Ну, там как будто что-то есть, но я не знаю, что. Ага, ну ладно, что-то есть, но я не знаю, что. Не открывается, в общем. Но, видите, просвечивают буквы. Скорее всего, что-то там еще какая-то аннотация написана. Но вот эти прям рекомендую, прям 100%, даже для очень сильно потных людей. Это просто великолепное спасение. Я отношу себя, когда у меня смена климата, к очень сильно потным людям. Почему? Потому что это просто... Вам не, вот это не описать, когда хочется все время пить и когда ты все время сырой. Когда с 20 градусов приезжаешь на 42, то весь день я проходила сырая. Я переодевала хлопковые футболки на минуточку каждые 2 часа, потому что они были сырые насквозь. Но от меня не было ни запашинки. Я ими мазала даже под грудью. Грудь большая, и, конечно же, вот это все я мазала даже под грудью, чтобы не пахнуть. Ну, не знаю, вроде не пахло. 37-15. Так, дальше, значит, это все антипаразит. Дальше пойдем вот такие вот новиночки с вами посмотрим. Очень они понравились моему визажисту, просто безумно классные, как она их описала. Говорит, очень легко, очень классно перекрывают. Вообще, это идет как уходовое средство. Вот на них прям подробнейшая аннотация. Во-первых, он подстраивается под тон кожи, не оставляя границ следов. Да. Увлажняет, придает коже свежий вид. Да. Эффект мягкого фокуса визуально выравнивает микрорельеф. Да. То есть он так и называется. Balmy Blur. Не знаю, правильно ли я читаю. Он идет 20 мл, естественный финиш. И вот у него 3 оттеночка. Песочный нюд, естественный нюд и светлый нюд. Конечно, они так сильно между собой не отличаются. Также он содержит натуральные масла, витамин В5, имеет невероятно легкую текстуру. Ну вот сейчас с вами будем их пробовать. Итак, 67-51.
Очень красивый оттенок, мне нравится. Не желтый, не розовый, да, то есть такой натуральный. 67-52. Этот такой более розовый. Отлично, просто отлично передается. Он не желтит. Так, и последний 67-53. Он самый темный. То есть такие вот оттеночки. То есть свежий розовый. Просто отличный. Он не желтит. Вот этот вот мой-мой прямой. Он тоже такой с розовинкой, с отличной. И вот этот вот темный. Да, то есть вот такая красота. Давайте попробуем, как оно тушуется. Тушуется великолепно. Можно, например, вот этот светлый стушевать с этим. И получится еще свой. Да, то есть вот видите, еще свой другой оттенок. Да, то есть три вместе. Четвертый оттенок получится. Если эти два перемешать, да, то получится еще пятый оттенок. Желтый, розовый, вернее, перемешать с этим, получится шестой оттенок. То есть великолепно, просто великолепная палитра. Я считаю, что заказывать нужно все три, и будет действительно и контуринг вам, и все такое прочее. Так, специально сходила, умылась. Давайте 67-51 будем пробовать. Да, то есть я его вот так нанесу. 67-51. Беру абсолютно свеженькую штучку. Ну это да, это прям мой оттеночек. Мне он очень нравится. А сейчас увидим, как он будет все. Перекрывать. Ну я думаю, да, видно, да, то есть вот скрыл неровности. Абсолютно. Очень хорошо наносится. Мне прям нравится. То есть он прям, пусть он идет без тушевки, да? Так, как перекрывает красноту? Давайте посмотрим. Красноту тоже хорошо очень перекрывает. И синячки, в принципе, канули в ленту. Угу. Великолепно. Мне нравится. Мне нравится, как он смотрится на мне. Мне нравится, как он тушуется, разносится. Прям великолепно. Раздражение. Посмотреть, как перекроет раздражение. В принципе, неплохой такой вариант. Но прыщики он не особо перекрывает. Видите, у меня как раз-таки получилось сыпь-сыпь-присыпь. Да, возьму еще немножечко. Попробую рукой. Таким образом. То есть как бы оно чувствуется, что он ухаживающий, конечно. Знаете, для меня это ухаживающее средство, которое требует хайлайтера дополнительно. Ой, не хайлайтера, а еще, да, вот тут вот замазать чем-то более интенсивным. Вот это мне так фрукты в Таджикистане дали такую вот красоту мне прекраснейшую. Поэтому я сейчас вот такая. Но в принципе, в основном он действительно перекрывает, да. То есть видите, вот он синячок. Вот они, вот и морщинки, и все. Тут как-то вот уже поспокойнее, поменьше, да. То есть получается неплохой такой вариант. У теней тоже, да, тень идет. Это не тень, это такое вот как затемнение, что-то типа затемнения. Оно тоже вот отсюда убралось. То есть приятненько. Угу. Ну, прям такой свежий вид. Но краснота, вот этот вот загар, который у меня нечаянно получился, он проникает. Он, конечно, родинка вот. Да. Угу. Так, в складку не забивается. Вроде бы неплохо. В складку пока у меня ничего не забилось. Но если посмотреть на веко, то вот немножечко скатывается. Его, конечно, нужно доразносить. Угу. Так, 67-51 посмотрели. Так, сейчас будет 67-52. Так, давайте. 67-52. Кстати, его консистенция. Он практически не течет. Как вы видите, течет, но такой густенький, да, идет. Так, это откладываю. Беру новый свежий. Набираю таким образом и на лицо. Ну, сразу видно, что он в разы, прямо в разы темнее.
Да, то есть вот он на носу. Как бы видно, что не особо-то ему оттенок, да? То есть видите лицо, шея. Это заметно. То есть как бы все уже. Это уже не мое. Маловато. Маловато, да? Света, я имею в виду, маловато. Хотя перекрыл, тоже выровнял идеально. И на все лицо он мне подойдет. Знаете, только почему я его дорасходую? Потому что у меня есть пудра, которую я не знаю, куда деть, из-за того, что она мне слишком светлая. Но сразу видно, да, вот, вот он, мой первый оттенок. Вот второй, он уже не мой. Абсолютно не мой оттенок. Так, дальше, значит, это мы все убираем. И последний оттеночек 67-53. Давайте его сюда. Понятно, что он уже не мой. Это прям очень понятно, да? Ну вот, я думаю, так даже будет интереснее. Вот я его нанесла, то есть он такой вот темный. То есть его проще мне вот сюда и контурировать бока. Только таким вот образом я его могу нанести, чтобы было симпатично. То есть и кисточкой дорастушевать. То есть вот сюда, вот так вот, да, контуринг сделать, будет наивеликолепнейше. То есть скосить подбородок, убрать немножко вот эти вот брыльки, да, то есть вот так вот. Будет, да, будет великолепно. На само лицо, то есть я сейчас дозаберу тут вообще, да, то есть на само лицо, как вы видите, он слишком темный. Но сказали, что он будет подстраиваться, поэтому я все три оттенка сейчас наношу на лицо. Вот видите, артистка. Меня завтра Елена, парикмахер моя, точно тугает, потому что мне голову нельзя 3 дня, ведь она мне ее лечила. Завтра мы будем экспериментировать, меня немножечко затемним. Ну, как бы, видите, да? То есть, это уже контуринг для меня лично, да? Я дорасходую, я контуринг люблю, но для меня это, как бы, уже темновато. Все, показала вам. Теперь вы знаете и понимаете. Ну, получилось довольно-таки симпатично, да? Какая часть лица стала стройней? Ну, конечно же, это. Да, хорошо прям. Редактируется. Это мы так смеемся. Хорошо отредактировала, да, лицо? Я говорю, хорошо. Ну, неплохо. Даже вот, знаете, если посмотреть вот на кулачки, да, вот сразу видно, где нанесено, ровненько все, аккуратненько. И сразу видно, где не нанесено. Да? То есть тут прям вообще видно все венки, какие-то возрастные синячки, да, то есть все видно получается. А тут прям ровнесенько, красиво. Сейчас еще на свет покажу. Вот поставила камеру на единичку. Я думаю, вы видите, да, тут пятнышки, тут какие-то покраснения, да, где-то чего-то. Вот тут бац, и ровненькая такая хорошенькая ручка без забития пор. То есть я просто все их три вот так смешала, нанесла, и прям мне очень нравится эффект. Очень. То есть выравнивание действительно у него идет на высоте. Так, далее. Здесь для век, как VIP-новинка, которая по ошибке пришла в Киров. Но я вам честно скажу, у меня уже ее купили. Артикул 0990. Зато я ее успела протестировать просто наивеликолепнейшее. Значит, что тут написано? Обеспечивает увлажнение в течение всего дня, препятствует появлению поверхностных морщинок, освежает, делает кожу здоровой и увлажненной. Прекрасно подходит для ежедневного ухода. Действительно, так оно и есть, но мне, конечно, больше нравятся антивозрастные. Антивозрастные эффект видно сразу. Этот месяц измазал как поддерживающий между антивозрастными. Да? Ну вот мне сейчас 40 лет. Если в 35 я еще не разбирала 0990 артикул, то сейчас я понимаю, что это для меня легковато. Но между антивозрастом нужно делать просто перерывы получается. Так, это было мур-мур гельчик для душа, мой самый такой, один из самых любимых. Это тоже новинка, которую я уже в Таджикистане исполоскала на себя ровно за 2 недели, потому что мылась по 3 раза в день, когда 4. Артикул 886-19, 150 миллилитров, яркий, классный, суперский аромат, но не такой приторный, как сам парфюм мур-мур. Вот. Так, дальше. А, вот это, кстати, скоро у меня уже будет в пустышках алтайский прополис и двойной кальций.
пальцей. Что-то тут приоткрылось, но тут мембрана есть. Вот этот желтоватый, такой классный. Он мне очень сразу же понравился. И цвет, и вкус. Идет как укрепление десен. Артикул 20 тысяч. Да, вот видите, такой 20 тысяч. 100 миллилитров. Хвалю, закажу еще. Но после того, как те еще у меня, которые в запасниках есть, закончатся, вот тогда закажу еще. Вот этот слишком термоядерный. Двойной кальций, зубная паста восстановления эмали. С артикулом 20 тысяч один. Полюбила моя дочь, потому что ей надо вот этот вот термоядерный. Он не супер сильный термоядерный, то есть он не экстра свежесть, но свежесть, именно та самая свежесть. А это такая сладковатая, приятная свежесть, вот ту, которую я люблю. Я не люблю что-то такое, прям, знаете, ядреное. Мне это все не нравится. Так, а это у нас, наверное, по акции было, да? Все, в общем-то, отлично. Ага. А вот, значит, это у нас комплекс для поддержки костной ткани. Я его буду пропивать. Я пропила антипаразит. И сейчас я буду пропивать поддержку костной ткани. Почему? Потому что, во-первых, давно не пила. От молекулы Force не пила ни разу. И, конечно, питалась я не совсем хорошо в поездке. Очень нехорошо, я бы сказала. Но, слава богу, у меня за всю поездку минус 300 грамм веса. То есть я не располнела хотя бы, потому что... Ой, ребята, ну вот я не знаю, что мне делать. Вот все тренера говорят, не привязывайтесь к еде, там, да, думайте, чем вы себя наполняете и так далее. Но я вот, я срываюсь. Я когда вижу ассортимент, там, да, из 20 видов, там, пироженок и так далее на шведском столу, на завтраке, ну я не могу, я вот хотя бы одну штучку раз в недельку я съедаю. Я понимаю, что сахар нельзя, но я все равно раз в неделю я не могу удержаться, я ем. И я ем с таким кайфом, я закрываю глаза, я вообще прямо кайфую. Поэтому вот, да, а сахар, он... Кто-то говорит, что сахар – это глюкоза, он помогает мозгам развиваться туда-сюда, пятое-десятое – нет. Сейчас вся правда уже раскрыта, и сахар – это не просто белая смерть, как ее говорят, но все равно едят, да. Сахар – это, к сожалению, приводит к различным болезням, да, и в частности это закупорка сосудов, в том числе и сосудов головного мозга, и человек начинает тупить, тормозить, забывать, где он был, что к чему, пятое-десятое. Конечно, если вы едите сахар, обязательно пейте хотя бы омегу-3 и D3. D3, витамин D3, его очень важно пить. Мы пьем D3 сейчас по 10 тысяч, потому что приехали, сдали анализы, анализы пришли, у нас опять немножко недостаток. Мы пили по 8 тысяч, сейчас пьем по 10 тысяч международных единиц. А до этого нашему другу, он вообще никогда D3 не пил, и ему прописали вообще 15 тысяч, пить целых 2 недели, а потом переходить на 10 тысяч. Представляете, у него вообще очень сильно низкий витамин D3, очень сильно низкий. Поэтому, как минимум, ежедневно выпивайте как минимум 2 штучки D3 нашего, да, 4000. Это, ну, хотя бы что-то, если вы не знаете уровень. Лучше, конечно, сдать. И, кстати, такие люди хитрые, без недостатка, с недостатком, вернее, витамина D3, не похудеть. Организм не похудеет, если у него есть недостаток витамина D3. И прикол в чем? Анализ на витамин D3 самый дорогой из всех анализов, которые мы сдавали. Так что вот. И еще, ребята, напоследок, из расхода, он у меня уже лежит в пустых баночках, но я не знаю, когда их сниму, потому что у меня очень много всего по бизнесу накопилось. Вот, сейчас мы решаем вопрос о ведении бьюти-чатов и так далее. В общем, да, то есть у нас прям восьмиэтажная там работа. С артикулом 0734 у нас с вами фитосыворотка для кожи вокруг глаз, морожка и лен. Увлажняет, повышает эластичность, способствует омоложению кожи век, обеспечивает укрепляющее и защитное действие. Шикарный крем. Шикарный крем. Просто я не знала, что я буду хвалить практически одно из самых дешевых средств в каталоге, но это просто бомба. Попробуйте. Да, вообще прям попробуйте, без всяких сомнений, неважно сколько вам лет, прям пробуйте, он вообще шикарный. Мне кажется, он подойдет всем, он не подойдет только тому, кто не особо долюбливает натуральную косметику, потому что тут реально натуральная морожка и натуральный лен, идут экстракты этого всего. И, конечно, может быть какая-нибудь, может, реакция, аллергия, ну и на мед, и на апельсин бывает аллергия, на минуточку, да, то есть на все она бывает, и на кошек, хоть мы их и очень любим. Поэтому пробуйте, очень крутая штука, великолепная штука, у меня даже муж его полюбил, потому что он поджарил веки в Таджикистане, вот эти скулы, веки, да, то есть он поджарил. И я вам честно скажу, что ему было не до смеха. Вот сначала мы его, конечно же, разгружали. Опухоль – это Signum One в перемешку с малофтелином, с кислородным бальзамом. А на третий день, когда он уже начал шелушиться, у него начали корочки появляться от сгоревшего вот этого всего, мы уже начали вот этот крем наносить, и он просто обалдел. Он говорит, просто, говорит, такие глазки. У меня, говорит, такие глазки. Я, говорит, помолодел. То есть человек никогда не наносил на глаза крем, на лицо крем. Он вообще не любит наносить. То есть я за ним вот с ладошкой SPF 50 бегала. Я говорю, давай намажу. Он, не надо мне ничего, у меня все здорово. Ну, конечно, вечером здорово уже не было.
Вот, я говорю, вот позоришь, говорю, меня. Я говорю, работаем в косметической компании. У нас есть SPF 10, SPF 15, 30, 50. А ты, говорю, ходишь как уголек. Он такой, ну, чё, вон, так получилось. Вот. В общем, минутка юмора, да? Да, кстати, спонжами я тоже наносила нашими. Это спонж для нанесения тонального крема, артикул 90-28. Но, честно вам оговорюсь, что мне больше нравятся вот эти вот фиолетовые наши бьюти-блендеры. Они как-то вот лучше наносят, что ли, ровнее наносят. Но вот это мне нравится чем? Я это протестировала раз, два, три и могу, в принципе, выкинуть, да, то есть не жалко. Бьюти-блендер после тестирования каждого, да, то есть вот сейчас три тональных крема, надо три бьюти-блендера. Как-то жалко, да, то есть, а стирать я не особо люблю. Вот, ну что, поэтому, дорогие мои, с вами была Конова Аня. Наверное, самое клевое, что было в этом обзоре для меня, это выпуск вот этой вкуснятины, зубная паста, да, то есть БАДы, конечно же, дезодоранты и вот этот крем для век. Это просто, просто восторг. Вот этот, именно этот вкус дезодоранта, именно этот крем и именно вот эта зубная паста. Вот из VIP-новинок прошлого каталога я, конечно, отчаянно топлю именно вот за это трио, которое теперь будет моими любимчиками после того, как все закончится. Все мои залежни. Да, действительно, что-то я в прошлый раз пожадничала немножко по купонам, но девчонки у меня тоже очень много что купили. Ну что ж, я уже сняла для вас две коробки продукции. Скоро перейдем к третьей. Ура!